Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас мотивация на уборку. Давно уже не было. И вот сегодня решила наконец-то заснять для вас мотивирующее видео. Конечно, это не значит, что я не убиралась, пока не снимала вам видео. Просто не было времени. Вы наверняка смотрите мои видео, но если не смотрите, то расскажу, что у нас недавно, на днях, прошло день рождения дочки, поэтому была такая суета, и мне просто некогда было снимать мотивирующее видео. Также я еще делаю новогодний декор, уделяю этому некоторое время, и сейчас еще готовлю новогодние праздничные столы, то есть меню для Нового года составляю. Тоже на канале «Мастер своего дела» выходят такие видео. Если кто не смотрел, то посмотрите, там очень интересно. Поэтому на мотивацию не так много времени остается. Но, конечно же, мы будем продолжать с вами убираться, и я буду вас мотивировать. Возможно, что уже на этой неделе, но если не на этой, то в начале следующей, скорее всего, точно, я сменю шторы в гостиной. Все, уже окончательно решила, что их нужно сменить. Конечно, они могли бы еще повисеть довольно-таки приличное время, но, как я уже и говорила вам, что для моего новогоднего декора они прямо совсем не в тему будут, поэтому буду их менять. Я не знаю, как вы, но я уже полностью охвачена предновогодней лихорадкой. У нас, кстати, сегодня выпал снег, уже прямо действительно такое зимнее настроение, можно сказать, предпраздничное, конечно, рановато. Но, знаете, предпраздничное настроение – это все-таки хорошо. И хорошо, когда мы создаем его сами. Кстати, сейчас буду менять, как вы уже сможете заметить, пледы на диван. И хочу сказать, что недавно была в Ашане. Возможно, вы видели мое видео. И там я не нашла подходящих пледов. Очень долго стояла, высматривала полочки, просматривала, какие там есть варианты. Но подходящих так и не нашла. Поэтому я пока по-прежнему меняю одни пледы на другие, то есть те варианты, которые у меня есть. Как я говорила вам, они мне не очень нравятся, но да ладно, пока будет так.
Здесь я просто вам показываю небольшой кусочек. Это постельное белье, которое мы заказывали на Wildberries для дочки. Застелили его, все прекрасно. После стирки тоже белье отличное, мне понравилось. И еще вставляю небольшой кусочек видео. Это как я украшала квартиру. Но я не слишком украшала, просто шарики надули мы. Вот эти шарики покупали в фикс прайс вместе с подставкой. Очень мне понравился такой вариант. 199 рублей, ну просто класс. Старалась немного создать праздничное настроение на день рождения дочки. В общем, вот так все это выглядело. И еще несколько шариков я приклеила на двусторонний скотч. Кстати, вот эти позитивные шарики с приятными надписями я покупала в Магните. Не очень дорого они стоили, в пределах, наверное, 60-70 рублей. Здесь вы видите, я уже переместилась на кухню, пришла приготовить покушать, ну и заодно немножечко убраться. Здесь на столе, как вы видите, у меня цветочки. Это цветы дочки, на ее день рождения дарили ей. Тут тоже нужно поменять водичку, пока еще они постоят. Ну и несколько слов о празднике, да, который уже прошел. О дне рождения моей дочурки. Ей, в принципе, все понравилось. Да и я считаю, что праздник прошел хорошо. Получается, что мы в семейном кругу посидели. И с подружками она еще посидела в кафе. В общем, все как бы замечательно. Вообще, конечно, я всегда стараюсь делать день рождения дочки относительно ее предпочтений. То есть, если она хочет дома его отметить, то, пожалуйста, дома. Если хочет с друзьями, с подружками в кафе посидеть, то, пожалуйста. Мы делали ей праздники и в кафе она сидела с своими одноклассниками, но это не в этом году. То есть, иногда, когда она что выбирает, то мы и делаем. В общем, мне главное, чтобы ребенок был доволен. Просто я хочу, чтобы когда дочка вырастет, у нее остались хорошие воспоминания из детства. Она могла вспомнить какие-то приятные моменты своих праздников, своих именин. И вообще мне хочется дать ей то, возможно, чего не было у меня в моем детстве. Вот так я сегодня с вами немножечко откровенничаю в процессе своей уборочки. Собственно, уборка у меня сегодня небольшая. Как видели, я убрала... Сделала влажную уборку в квартире, ну и сейчас вот занимаюсь приготовлением еды, ужина для всей семьи. Решила приготовить ребрышки свиные с картошечкой, потушить все это. Ну, а вас я хочу поблагодарить за то, что вы меня смотрите. Спасибо, что вы со мной. Если вы впервые зашли на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь, конечно, если вам понравилось, и нажмите на колокольчик, так вы не пропустите уведомления о следующих моих видео. Внизу в инфобоксе оставляю вам, как всегда, две ссылки на два свои кулинарные канала. Это канал «Готовим дома» с быстрыми рецептами и канал «Мастер своего дела» с интересными кулинарными подборками. Там сейчас у меня выходят подборки, меню для Нового года, так что заходите и смотрите. Увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока-пока!